Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свои намерения продолжить торговую войну против Китая. Об этом хозяин Белого дома заявил на заседании Совета безопасности ООН. Трамп подчеркнул, что Китай вмешивается в предстоящие американские выборы. Но главной темой заседания было не распространение оружия массового уничтожения. Министры России, Турции и Ирана подробно обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и подчеркнули важность ускорения усилий по формированию и запуску сирийского конституционного комитета, который позволит сирийцам самим определить свое будущее. Изрядно удивил журналистов Дональд Трамп, который заявил, что узнал о существовании Идлиба всего месяц назад. Он также обратился с призывом проводить против террористов только точечные операции. Также на полях саммита американский лидер встретился с премьер-министром Великобритании. Мэй и Трамп обсудили заключение торгового соглашения после выхода Британии из ЕС.